69 kilograms. Я вот иногда думаю, знаешь, я намеренно паузу делал, ну, потому что сказал всем, что буду музыку слушать. А, вот мне интересно, знаешь, потому что я отмечал, что ну, далеко не все любят, собственно говоря, разные музыкальные стили, ну, и чаще там представители арабского мира, там, индийского в том числе, любят именно слушать свою музыку, ну, там, национальную, да, и вообще отмечаю, что, допустим, у арабов у них, я так сейчас могу, честно, вот всех сразу предупрежу, могу ошибиться, потому что в музыкальной грамоте не очень силен, но у них, насколько я помню, все в ле миноре, вот все выстроенная вся вот эта музыка, и она просто им может быть некомфортна, ну, потому что... Ле минор ты имеешь в виду с ноткой грусти? Нет, я имею в виду, что вот с точки зрения именно музыкального темпа, как это, как выстроено. То есть, если ты послушаешь вот национальную арабскую музыку, она примерно вот где-то одинаковая, то есть у нее вот так, такой музыкальный диапазон, и она не сильно отличается, скажем так, сама по себе по ритмике, как таковая. Ну, то есть, вот, в общем-то, настройка. И при этом я встречал достаточно много арабов, которые любят тяжелый металл. Наши индийские коллеги, один из них, он играл сам в рок-группе. И мне просто интересно, вот сбивает ли это, я очень долго вот эту речь свою завел, почему, сбивает ли это вообще спортсмена, влияет ли это вообще как-то на него, потому что, ну, мы же знаем, что для профессионалов большое значение имеет та мелодия, по которой они выходят, то есть кто-то ее меняет в зависимости от настроения, состояния души и вообще поединка, а с кем-то она живет достаточно долго, то есть является такой отдельной визитной карточкой. И тут, учитывая, что мы уже на протяжении достаточно долгого периода времени слушаем самые разные музыкальные треки, и мне просто интересно, насколько это оказывает хоть какое-то влияние, если вообще оказывает, на настрой спортсменов перед поединком. Я думаю, это дискуссионный вопрос, который требует отдельного специального репортажа с таким массовым социальным опросом представителей всех самых разных единоборств, где спортсмен выходит в ринг или в какое-либо другое сооружение в музыкальном сопровождении. То есть, ну, не ответишь просто, потому что, ну, люди все разные, и у каждого действительно свой вкус и своя реакция, да, на какие-то звуки извне. Вот, но...
не знаю, если судить по этому поединку, в котором уже практически закончился первый раунд, то здесь девушки не обратили ровным счетом никакого внимания на музыку, и пытаются они действовать на встречных курсах, и так вот достаточно агрессивно работают как одна, так и другая. Ну хорошо, кстати, Лавлина Рухаин встречает соперницу, отлично попала одиночным. Так, разводит рефери спортсменок. И все, раунд закончен. Ну, такой достаточно, по-моему, он был ровный. Пока не присаживается спортсменка из Индии у себя в углу. Там немного надо было поправить ей экипировку. И дальше она все-таки решила отдохнуть сидя. Смотрим повторы. Также, кстати, надо отметить, что спортсменка из Узбекистана периодически ввязалась в клинчах. И вот результат. Сейчас все пятеро судей отдают преимущество по первому раунду в пользу девушки из Индии. Да, Лавлина Баргахайн уверенно забирает первый раунд. Так что ждем мы бурного развития событий в раунде втором. Ну все, исследует продолжение этой дуэли. Мафтунахон Мелиева против Лавлины Баргахаин. Вот хорошо выжидала сейчас Мелиева, когда придет к ней сама Баргахаин. Причем, что интересно, Лавлина, она же вот повыше, и при этом сама идет вперед. То есть это не самая частая история. Ну, не скажу, что прям самая редкая, но не самая частая. Потому что обычно бывает как? Кто повыше, он старается работать издалека, тем самым находясь в безопасной зоне, и вытягивает соперника на себя. Вот как сейчас, кстати, Лавлина и действует. Но до этого она показала, что тоже может работать первым номером, наступать. И иногда для Мафтунахон Мелиевой это было несколько неожиданно. Вот боковой хороший навстречу выбросила Баргахаин. И сейчас, вот повиснув такой на ближней дистанции, находясь в клинче, активно набрасывала, одной рукой удерживала, а другой придерживала, а второй набрасывала индианка. Разрывает дистанцию, отходит представительница Индии. Но тут, конечно, еще и разница в росте, она очень существенная. Вот, поэтому очень удобно работать как раз-таки именно в этой манере. То есть постоянно куда-то отходить, отстреливаться, понабрасывать удары. Пока что подойти для того, чтобы выбросить, поработать серийно, узбекской спортсменке не удается. Вот так вот ходит, кружит, закруживает, заворачивает представительница Индии свою соперницу Лавлина Баргахаин. Кстати, я вот нашел данные по росту. 177 у нее рост, и это очень хороший рост для этой весовой категории. Да, последняя минута, и вот так на разрыве клинча бросает переднюю руку индийская спортсменка. Ну и здесь, как ты считаешь, вот эти три минуты, по-моему, тут тоже, ну, как бы мы, наверное, там не симпатизировали, да, спортсменам из Узбекистана в том числе. Ну, мне потому что интересно, как выступит их сборная на этой Олимпиаде, потому что на прошлой-то они вообще блистали. То есть, и чем лучше, чем интереснее соперничество будет, тем больше классных поединков мы с вами увидим. Это я так тоже еще рассматриваю с точки зрения именно вот потенциального соперничества вообще в рамках самого главного старта. То есть кто там может оказаться в этих весах и вообще из представителей стран. И тем не менее, вот, что касается твоего, Вадим, вопроса, мне кажется, что все-таки здесь тоже представительница Индии была обыграла, поинтереснее. Обыграла, да. И причем достаточно уверенно. Весь второй раунд вынуждена была Мафтунахон бегать за своей соперницей, вымахиваться впустую, а если вот и какая-то опасность для
лавлины появлялась, та моментально ее завязывала и лишала какой-либо дистанции для продуктивных действий. Да, ну вот да, но только лишь вот чуть-чуть мы с тобой ошиблись. Один судья увидел преимущество у Фунахон, но дальше все остальные по-прежнему единогласны в пользу лавлин. Вот так вот полотенцем размахивает перед лицом Мафтунахон и помогает ей побыстрее восстановиться. Ну и судя по всему, судя по реакции, да, которую мы видели сейчас в индийском углу, абсолютно довольные тренеры тем, как... Но тут все спокойно и все да, хорошо. Да, и тем, как она выполняет их установку, слушает угол. Это, конечно же, речь сейчас о Лавлине Баргахайн. Лавлина, кстати, часто очень начинает работать через жеп, что правильно, опять-таки, ввиду того, что она повыше и сдерживает соперницу этим жепом. Вот на ближней дистанции, пожалуй, у Белиевой были какие-то варианты, но рефери дает тоже команду его слушать, и это вообще обязательно надо делать, и говорит о том, что по команде стоп-брейк надо делать шаг назад, а не продолжать попытки друг друга так, смести сильнее. И опять вот так вот отходит, используя дистанцию, представительница Индии, достаточно низко держа руки, но вот так от бедра пыталась подловить на удар Лавлина Баргахайн свою оппонентку. И снова клинч. Сталкивает назад сейчас. Да, и не дает, кстати, высвободить руки Мелиева, своей соперницы. Прихватывала, да? За счет вот локтевого сгиба. Да, ну просто локтями прижимает себе к корпусу и все. И ввиду того, что все-таки перчатки надеты, ты же так просто руки не выдернешь. Попала, наконец-то, неплохо Мелиева с передней руки, но это, пожалуй, такая капелька в море на фоне тех атак и той тактической гибкости и вообще преимущества по ходу всего противостояния. Поэтому пока что ничего существенного у Мафтунахон не получается в том плане, чтобы индийской спортсменке пришлось как-то изменить свою манеру боксирования. Да, отступает назад, пробивает сейчас Баргахайн. Да, и вот если говорить про действие Баргахайн, она даже не отступает, она уходит. Уходит от прямого столкновения и грамотно, методично использует свое преимущество антропометрическое и плюс очень хорошая тактика на этот поединок. Работает от соперника. Выкручивает боковой опять хороший. Апперкот, здорово. Снова повисают друг на друге, разрывается дистанция, и вот так вот последние секунды вынуждает ходить за собой. Хорошо, на смещение попадает Лавлина. Но здесь чуть более вязким получился раунд, и надо сказать, что все-таки у Мелиевой были какие-то неплохие эпизоды, но в целом Мафтунахон, наверное, где-то какие-то вещи упустила на старте, и сложно пришлось, и потому что приходилось догонять, приходилось пытаться настичь соперницу, а Лавлина просто чуть-чуть была вынуждена изменить свою тактику. Закончен поединок. Мы сейчас с вами послушаем официальный вердикт. Но, как мы видим, не лучшее состязание получилось для Мафтунахон Мелиевой. Тут, конечно, и соперница неудобная. И стили, да, такие совсем не совпадающие. Да, ожидаемо. Лавлина Баргахайн одерживает победу. Еще одна радостная новость для сборной Индии. По-прежнему, кстати, меньше всех в них потери из тех команд, которые были представлены во всех весах.
благодарит всех, кто за нее болел. Лавлина Баркахаин, радуются тренеры, ну и идет она на заслуженный отдых. Еще раз смотрим. Вот, здесь хорошо, в эти моменты, да, классно попадает. Умело работает джебом Лавлина. И этот джеб, что-то Мафунахон сколько ни пыталась, так обойти и не получилось. Ну а там дальше уже все от джеба вырисовывалось. Ну, и, собственно говоря, результат оказался неутешительный для представительницы команды Узбекистан. Да, ну и еще раз посмотрим. Поздравляем мы представительницу Индии,